Приветствую вас на канале 18 соток. Сегодня хочу поговорить и рассказать о перце, который называется вишенка. Еще один кустик миниатюрного острого перца, который называется вишенка. Кустик в высоту не больше 20 сантиметров. Плоды созревают от зеленого, потом светлеют и в конечном итоге становятся красными, напоминают настоящую вишню. По шкале Сковилла острота перца достигает около 1000 единиц, то есть он слабоострый, подходит для употребления в свежем виде, также для маринования, консервирования в целом виде. Очень такой миниатюрный сорт, который также подойдет для выращивания в комнатных условиях. Вот так выглядит в разрезе перец. Он очень сочный, сладко-кислый вкус у него, приятный. Ну вот, на этом заканчиваю обзор этого перца. Заходите на канал, подписывайтесь. Буду знакомить с другими сортами острого перца. Oh,